зрители моего канала. Сегодня в видео мы поговорим о том, кто такой виртуальный мамолог. Виртуальный мамолог – это врач-мамолог, который осуществляет свою деятельность в виртуальном мире посредством интернета. Основными функциями виртуального мамолога являются: первое – онлайн-консультирование пациентов в социальных сетях, это в Одноклассниках, ВКонтакте, на Фейсбуке, в режиме вопрос-ответ. Второе – это онлайн-консультирование пациентов в реальном времени посредством приложения Skype, так называемые Skype-консультации. Третье – это трансляция тематических видео по актуальным вопросам на платформе YouTube. Причем тематику видео женщины могут определять сами, оставляя комментарии под видео. Четвертое. Виртуальный мамолог также размещает через социальные сети, Instagram, Twitter, информацию о акциях мамологических, которые проходят в клиниках, о современных методах лечения тех или иных заболеваний, о существующей литературе, которая показана, скажем, пациентам с фиброзно-кистозной мастопатией или женщинам после лечения по поводу рака молочной железы и так далее, и так далее, и так далее. Вот это основные функции, которые выполняет виртуальный мамолог. Каждая женщина может сейчас задать себе и мне резонный вопрос: а зачем мне виртуальный мамолог, если есть реальный врач, специалист, к которому я могу пойти и получить все ответы на свои вопросы? Так-то оно так, но бывают некоторые ситуации, вот о них мы сейчас поговорим. Первое. Очень часто у женщин возникает проблема остро, и нет у нее возможности попасть на прием к врачу-мамологу, к желаемому врачу-мамологу или вообще к специалисту. А упущенное время – это потраченное здоровье плюс стресс, вот эти нервы и так далее. Вот хорошего там мало. Вторая ситуация. В ряде случаев человек живет в малонаселенном пункте. У него нет возможности получить консультацию мамолога в своем городе. Ему нужно ехать куда-то. Ситуации несколько. Нет денег на выезд своего города, погодные условия не соответствуют, рейс отменили и так далее. Третье. Иногда требуется второе, третье мнение специалиста для получения более объективной картины по той или иной проблеме. Четвертое. Нет денег на посещение врача-мамолога в частном медицинском центре, а очень нужно. Пятая ситуация. Большой период ожидания консультации специалиста, что в платной, что в бюджетной, значит, медицине. То есть нет возможности опять-таки попасть к специалисту. Вот это определяющая ситуация, ну, может, какие-то еще ситуации, которые вот делают актуальным понятие виртуальный мамолог. Виртуальный мамолог – это необходимость в современном мире, это удобный и эффективный инструмент оказания помощи женскому населению. Виртуальный мамолог – это по большей части бесплатная помощь, либо же это помощь, сопряженная с незначительными тратами. Конечно, это не полная замена врачебного приема, я имею в виду виртуальный мамолог, но это адекватная альтернатива при сложившихся проблемах в каждом конкретном случае, вот индивидуально. Я активно занимаюсь продвижением этого понятия виртуальный мамолог, использую все озвученные выше инструменты в своей работе. И опыт показывает, что это направление, оно необходимо. Женщины обращаются, женщинам это нужно, они получают ответы, благодарят, им помогают. Причем женщины пишут не только со своего города, соседних городов, пишут из других стран. Это Казахстан, это Узбекистан, это Украина, это Белоруссия. И людям это нужно, женщинам это нужно. Поэтому данное направление оказания помощи, оно необходимо, эффективно и нужно, особенно в нашем современном мире. Нужно пользоваться современными тенденциями, вот, и оптимизировать их для улучшения здоровья наших женщин.
Это все, что я хотел сказать в этом видео. Всем спасибо за внимание. Комментируйте видео, ставьте лайки, проходите в социальные группы, задавайте свои вопросы. Вот, мы, как всегда, увидимся в моих следующих видео. Всем пока!